Сейчас в этой детали мне предстоит сделать три аккуратных паза по окружности. Ну и специально для этой операции я закрепил в резцедержателе таким нехитрым способом маленький фрезер. Ну и посмотрим, сейчас будем фрезеровать. На токарном патроне есть шкала деления. С помощью этой разметочки буду равномерно делить на три части. Есть, получилось очень круто, аккуратно, а главное точно. Настоящая заводская деталь. Вот так получается, более-менее. Сильнее полировать не буду, для моих целей вполне достаточно. Все равно при эксплуатации еще поцарапается. Итак, друзья, предварительно собрал конструкцию, готовы почти все детали. Здесь будет установлен фильтр. Внутри вот здесь будет идти батарейка. Пока ничего не склеено. Просто делал предварительную сборку. Сюда будет устанавливаться двигатель. Вот эта деталь будет играть роль сепаратора. Сюда будут залетать опилки. Центробежная сила их будет прижимать к наружным стенкам. Инерция и скорость опилок будет падать, и они сквозь вот эти пазы будут попадать в нижний отсек. Вот эту ответную часть резьбы мне нужно вклеить в нижний цилиндр. И сейчас передо мной стоит задача все склеить воедино. Буду клеить вот на такой эпоксидный клей. Он застывает очень быстро.
сделал пока временное отверстие и хочу сейчас протестировать, уже очень не терпится. Сюда в последующем нужно будет приделать вход для шланга. Да и шланга у меня пока нету, воспользуюсь просто гофрой. Для теста сойдет. Уж очень интересно, как все будет работать. Подключаем батареечку. Итак, друзья, предварительным тестом я весьма и весьма доволен. Все работает так, как нужно. Предстоит еще довольно-таки очень много работы. Потом вот сюда вот эта часть вкручивается. Здесь будет установлена самодельная батарейка на 5 или на 6S, я еще не знаю. Сюда будет устанавливаться фильтр, прижиматься крышкой. В общем, все в одно видео не поместится. Еще предстоит много аккуратной и кропотливой работы. Ну а так, очень круто. Кому видео понравилось, поддержите лайком. Всем пока, друзья. До новых встреч.